Приветствую вас. И вопрос, который вы задаете, в общем-то, является достаточно неопределенным по своей природе, потому что не совсем ясна ваша цель. Что с этим делать, чтобы что? Если вы хотите сохранить отношения с мужчиной, то это одно. Если вы хотите, к примеру, жить, допустим, своей жизнью, все-таки, да, дальше, то свою жизнь, это другое. И вот только вся в том, чего вы хотите по итогу. Потому что в зависимости от этого уже будут даны вам какие-то рекомендации, будет предполагаться некоторая работа с вами. Вот. Пока что я вижу то, что вы в известной степени все-таки зависите, достаточно сильно зависите от человека, да, вы зависите достаточно сильно от мужчины, вот, он вам явно дает то, в чем вы нуждаетесь, вот, то есть, конечно, тут надо бы поисследовать. Что именно он вам дает, да, то есть вот вследствие чего у вас такие, как вы говорите, сильные эмоции вызывают. То есть вот. Ну, почему вы так вот сильно реагируете на него, да? Почему вы так зависимы от человека? Вот, то есть с этим мне кажется, нужно разобраться, вот, в первую очередь. И дальше уже, в общем-то, будет понятно, что делать, да? То есть пока вы вот зависите в некоторой степени от человека, вот, а вам, скорее всего, будет сложновато выстраивать свою личную жизнь, пока вы не разберетесь в том, что он вам дает, что отношение его к вам дает, какие это вызывает чувства, какие это вызывает эмоции, почему. Вот. Это, собственно говоря, вот то, что мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович назвал зависимостью. В этом смысле коллега прав,
Вот. А потому что вы действительно зависимы. И как и в случае любой зависимости, с ней нужно работать. Вот. Да? Работать с вашими эмоциями, с вашими чувствами и так далее. То есть это, например, смотреть на то, какое значение для вас вообще имеет человек, какое значение вообще для вас имеет мужчина. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. Такая вот примерная история. То есть, с одной стороны, это значение для вас отношений в принципе, с человеком. И с другой стороны, это работа над тем, что дает вам, собственно говоря, ну, что дает вам мужчина. Вот. Понимаете? То есть это вот такая штука. Такой момент. Вот. В принципе, здесь особо больше ничего не добавить. Вот, потому что нужно делать анализ ваших отношений с мужчиной и, возможно, вашего поведения и отношения к себе вообще глобально, вашего жизненного сценария. Вот, вероятно, тоже нужно делать анализ, потому что не случайно вы оказались в этой ситуации, в которой оказались. Вот. И тогда уже это все можно будет скорректировать и поправить. Вот. Пока что я могу вам ответить таким образом, примерно. Я не знаю, насколько вам это будет по душе. Вот. Я не знаю, насколько вы примете, да, мою позицию, насколько вы примете мою точку зрения. Вот, я надеюсь очень, что вы ее примете. Я очень на это надеюсь, потому что в противном случае вам будет достаточно тяжело, в противном случае вам будет трудно. Вот, идти по жизни своей дальше, вот именно в дальнейшем вам будет сложно идти. Но я надеюсь,
я надеюсь, что вы сделаете выводы. Ну, вот необходимые выводы сделаете, я надеюсь. А вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. То есть вот обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что вы задаете достаточно важный вопрос, да, вы задаете вопрос о том, что мужчина вас к себе притягивает, вот, вы задаете вопрос о том, что мужчина вас к себе притягивает. И вы говорите о том, что ну, не можете его эмоционально отпустить. И спрашиваете нас о том, что с этим делать. Вот. То есть, ну вот, что делать, чтобы что? Да, хочется вас спросить, что делать, чтобы что? Что делать, для чего? Вот у вас есть цель, да? А у вас есть цель построить отношения. Это ваша цель. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько эта цель хорошая, насколько эта цель правильно, но она у вас есть, этот вот. Так давайте определимся, с чем она связана, зачем она вам. Следующий момент. Вы сказали, что вы вот с мужчиной расстались и остались с ним друзья. С мужчиной. Вот. Я вас хочу, наверное, расстроить, потому что ну, потому что вы не стали с мужчиной друзьям. Вы не стали с мужчиной друзьями. Потому что у вас есть чувство к нему, не как к другу, а это все-таки означает, что вы не друзья, поэтому здесь вы лукавите. Я предлагал разорвать эту связь, так как после общения с ним у меня опять оживает чувство. Это говорит о том, что вы его до конца не отпустили и другом его не стали. Он уже давно живет с женщиной, я не могу построить отношения. Почему? Я живу своей жизнью, могу обойтись без общения с ним. Ну, это неправда. После очередного разговора с мужчиной мир играет ярким краском, я не могу с собой ничего поделать. Нужно исследовать, почему именно мужчина вас вдохновляет. Он мешает мне строить личную жизнь. Не он, а ваши чувства, которые связаны с вашими желаниями. Но это общение, думаю, отказываться не стоит. Возможно, не стоит после того, как вы преодолеете зависимость, то есть освободитесь от нее. Не каждый человек может дарить такие эмоции. В вашем случае это зависимость. То есть вы, по сути, противоречите себе, говоря о том, что не хотите отказываться от зависимости, но в то же время и желая освободиться от нее. Что мне с этим делать? Работать с чувствами, работать с вашими желаниями, с отношением к мужчинам в целом, к этому мужчине в частности. Вот, и, в общем-то, личностный рост, так что психотерапия, тут советы особо не помогут вам. Вот.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. А я хочу обратить особое внимание на то, что имеет место быть возможной идеализация мужчины. Вот, возможно, вы сравниваете других мужчин с тем мужчиной, которому у вас есть чувства. Вот, с этим тоже нужно работать, потому что это означает, что вы не принимаете людей такими, какие они есть, а это, в свою очередь, значит, что вы себя не принимаете такой, какая вы есть. Вот, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.